Всем привет, друзья! С вами Garden Fremen, точнее канал Best Shot. Меня зовут Влад, и мы проходим Half-Life 2, эпизод 1 пока что. Вы спросите, что у меня в кружке здесь? Спросите. Это чаёчек с лимоном. Ай, хорошо. Чаёчек с лимоном, смотри, пенки нет, ничего нет. То есть это я правду говорю. Сейчас только за ЗОЖ, сейчас только за фруктики, овощи. Погнали. В прошлом эпизоде, значит, мы выбрались с долбанных подземелья, где нас атаковали толпы мутантов, зомби, там кого только нет. Сейчас Алекс вроде как прикрывает нас, забралась туда вот со снайперской со своей винтовкой. Откуда, спрашивается? А, там была. Хорошо. Потому что до этого я бегал с гравипушкой, а она бегала со стволом. И не делилась со мной. В общем, что... Она хочет нас прикрывать. А я почитал, что есть ачивка помочь Алекс убить 30 зомби. Что, поможем, Алекс, ребята? Да, побежали. Давай. Вот два, да? Ага. Да ты так помогать-то долго-то не смогу. Так, раз. Два. Три. Четыре. 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 Не знаю, на пауков эта ачивка распространяется, нет? Ладно. Понял. Понял? Понял. Так, было 4, да? 5. По всей видимости, 6. Видимо, 7. Иди отсюда, дурак! Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Так, 7 сейчас и сколько тогда? Блин, а что, или не совместных считал? Короче, допустим, 12, да? Ладно, давай брать по минимуму, там разберемся. 7. 7 была цифра точно. Нам в таком случае толпа зомби нужна. Ага, понял. Обнаружена кровопотеря. Короче, зомби-то столько нет. Такое чувство, что все-таки про убийство шла речь. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ага. 12. 13. 14. Так, ну это не сложно, подожди. Шестнадцать, семнадцать,
13. Вот банка с краской. Видишь, что, ремонт не доделал. 19. 20. 21. 22. 23. Закрывайся. Хрена себе, там сколько их. Верхнего, верхнего, 24. 25. 26. Алекс. 28. 29. 30. Так, я надеюсь, ачивка у меня в кармане. А ты за мной пойдешь? Ага. Да, идет. Мать, да внимание не обращай. А, кто играл в Deathmatch, по-моему, там есть такая локация. И там типа вы... Кто кого возьмет, короче, сетевая игра. Там кто может за Горную, кто может за Альянс, короче. А, нет, по-моему, все за Альянс играют. И вот мы сидим, типа обороняемся, есть стена, и через нее муравьи. И мы сидим, обороняемся. И там что-то на... Как это называется? Батл рояль? Эта часть позади. Типа, кто выживет? Победил. Боже мой. Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Где? Реакция быстро набирает... Ого. Ого. Зеленый молнии, смотри, появился. Там портал уже открывается. Давай быстрее. Но у нас совсем нет времени. Ну, нам надо внутрь. А ты поговорить идем. Хочешь? Времени нет. Это вообще дает. Так. Таймер, как обычно, я не запустил. Ставим 30 минут, там плюс-минус. Поиграем по сюжету. Так, в помещении лучше, наверное, использовать дробовик. Нет, подожди, там солдаты. Просто я думал, будут мутанты всякие. Это что, газ? Смотри, огне опасно. Ничего не помочь. Мать, там граната. Так. Мы только что нарушили около 50 правил Альянса. Кто бы сомневался, мы вообще за этим сюда и пришли. Отойди от ворот. Ты меня прикрываешь-то, нет? Об обстановке не докладывают. Чё? Чё ты сказал? Воу, нас бомбят, походу, слышишь? Ты дурачок, нет? Я же говорю, бочки надо взрывать. Если ты где-то сидишь рядом с бочками, надо сразу избавляться. Чё за стрельба там? С кем они воюют? Да ладно, нахрен. Thank you.
Чё, мать, так пугаешь? А ты что там... Опять ты ждала, да? Молодец. Далеко пойдешь. Конечно, да, под войны и выигрывают. Так. У нас патроны в дефиците, надо экономить. Так. В чем проблема, мать? Две щели. Есть. Ты гордо нормальный мужик, не бери на спичку. О, а чё я сюда не встал? Как ты села? Смотри, у тебя дружит. О, ты откуда взялся, чувак? Ты молодец. Я повышу тебя, когда стану пацаном здесь. Президентом, короче, ты мне в министр пойдешь обороны. Ты, мать, извини, плохо прикрываешь. Ага. Чем подвох? И смотри, опять канализация. Снова мне лезть. Черт, еще один замок. Ну давай, пиздану что-нибудь. Про канализацию и меня. Ты сегодня жжешь у нас? Мне пригодятся твои навыки лазания по воздуховоду. Сухучка. Вот это еда. Вот это еда, конечно. Нихера себе. А как я так должен? Вау. Вау. Сорок девять. А, мужик просто спал, походу. Обнаружены... Я тебе там ноги побрил. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Положение критическое. Пациент... Ситуация аналитическая. Положение критическое, состояние аналитическое. Давай подальше вот эту. Это вот нельзя просто так оставлять. Я сразу тут все видел. А, видишь как? У вас алмаз уже, ну точно на лазейке. Так, пока мы в безопасности, давай мы зарядим фонарик. Мало ли что там случится. Ага. Так, видим три манхэка. А, нет, как они называются? Ой, понял, короче, барнакла. А нам куда надо? Пока не понял, что от нас хотят. Ага, походу понял. Тогда нам от вас избавиться. Слушай, а ты можешь гранаты цеплять? Слушай. Если бы я об этом раньше знал, я столько патронов бы сэкономил. А ты же... А, ты
вообще умер. Ага. Что-то просто подлагиваешь. Так. FPS не понятно. Так, энергия. Смотри, 60 FPS. Смотри, 30 FPS. Простите, если лагает с фонариком. Тут по-другому не получается. Воу. Мать, подожди. У меня тут цветовина. Фуф. Главное, шагу не сделал. Че, где-то щиток, что? А. Я что, я не пустил? Я про тебя вот забыл. Ты где? Я уже думала, ты обо мне забыл. А, да? Слушай, да ты еще и сновидящая. Ясновидящих. Многих ясновидящих знал. Но их в предыдущем прохождении всех пере... Воу, подожди. Уйди, мать! Что за человек такой? Пострижка третья в подарок. Так. Ага. Возвращает нам потихоньку наши... Которые у нас... Так забрали, нечестно. Я был вооружен как ниндзя. Меня тут покрали. Чё ты, может... А, внизу открылось. А, смотри, действительно. Вот оно. Ну вот оно. Так, что у нас по времени? Так, 19 минут. 0. Они далеко не глупые, эти ребята с Альянса. Вот чё-чё, кидают гранаты, они ровно в цель. Это не прям молодцы. Да, видел? И сама на грант наступила. Ну ты чё? Ты мать или не мать? Ты все должна заранее знать. Стационар. А по жаку это переводит надписи? Прям... просто бомбезно. Это как фильм смотреть какой-нибудь. А там раз, книжку, допустим, открывает. Эй, hey, ты это же Фриман! Тогда я тоже с вами! Yes. И там написано, что ты можешь. Вот мне нравится этим... Кто? Храброе сердцем, по-моему. Там прям, по-моему, все. Из другой мультик. Короче, какой-то диснейский мультик. По-моему, Храброе сердце. А, история игрушек. Вот там все части, они прям переведены. Там прям нормально с этим все. А то стреляет, ты мне дашь, Маш? Бегает такая с гранатометом. А, слушай, тебя сейчас завалят, а я возьму. Ребят, ну я надыбал патроны. Это было очевидно почему-то. Сюда!
Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите с города! Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Че, бомбы выживших таскать, что ли, или что на себе? И они пробиться не могут, и как всегда говорим, почищи дорогу. Давай. Давай, я сейчас в глаз стрельну, если кто-то посмотрит. Эй, это я, открой дверь. Открой дверь. Скажи пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Хороший пароль. Эти поля препятствованы формированию. Доктор Клянер, твой голос как бальзам для ушей. Хрена вы тут насвинячили, вы не выносите вообще что-то, засрались. Настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что... Тут мы согласны. Плодитесь и правильно. Некогда нам смотреть телевизор. Плодитесь и размножайтесь, если правильно услышала. Пойдем начинать. Тревога. Тревога. Чёрта! Найдем другой путь. Понял. Намек понял. Кого ты ждешь? Ох, что-то не нравятся мне эти полы. Стоямба. Тут есть что? Блин, смотри, как с картинки. Так. Может, ты первый пройдешь? Подожди. А, ты смотри-ка, память не подводит. Ты поглянь. Если бы ты убежала, было бы все чисто вообще сработано. Нет, нет. Нет никого. Ладно, мы зато лут соберем. То есть шкаф он может поднять, а человека... Он не может, да? А платяной такой шкаф, знаешь, этот... советские эти гробыни. Во всем виноват Одесса Кэббидж. Знаю я этого Одесса Кэббиджа. Полный кретин. Между нами говоря, не доверяю я этим вортигонтам. Во всем виновата черная меза. Суки. Вот тебе и научный прогресс. Ах, суки. Доктор Клейнер сказал нам плодиться и размножаться. Не то, чтобы мне требовалось его позволение. Какой идиот доверил власть Клейнеру? Все вокруг все знают, только я ничего не понимаю. Ах, вы что бы мы ни делали, лучше не становится. Петуша, я вас слышу. Когда-то это был престижный район. Раньше здесь было безопаснее. Мы беспомощны, как младенцы. Или еще беспомощнее. Стой, а где... субтитры? А, ты смотри-ка. Все субтитры, давай. Оно так интереснее, потому что иногда слова не слышно. Меня это пугает. Говорят, в пригороде сейчас спокойнее. Так мы туда и направляемся, нет? Мы же вроде как из города хотим. Видите, какая власть не была, все и всегда будут недовольны. Клейнер, да вообще... Мужик охеренный. Начинается, ой, там кто? Клейнер, не Клейнер.
Да нахрен он нужен? Этот краб Кляйнера наверняка лакомится первосортной головой. Хотя мне нравятся крабами, но на вкус совершенно... Сидят сплетничают, а? Ты посмотри, ты поглянь. Вообще кормить не будем, паёк вам урежем два раза. Так. Чё у нас, 12 минут? Я уже не мечтаю. Гордон! О-о-о. Алекс! Не верю глазам! Здорово, как мужик! Как вы сумели выбраться из цитадели? Точно не знаем. Мы немного обосрались там но в пути. Но в этом каким-то образом но... замешаны в артигонты. А, нам помогли, а да. Ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума схожу, пытаясь... Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! А мать ни при чем? Мы выделили кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важные. Весь Альянс спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на путь? Мы хотим взять станцию штурмом. И пускай каждый полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя. Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, но я не хочу. Как скажете? Смотрите сюда. Молодец, Майк, как намажешься на что-нибудь. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать. Встретимся на станции. Заметано. Идем. Иди. Гордон, пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. Давай. Это последнее. Так что не теряй ее. В смысле, ладно? Последнее? То есть ты комплект изначально покупал? Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло же парню. А в чем тогда символизм, если мы ее меняем как перчатки? Я думал, у меня одна с первой части там и до гроба. Увидимся на станции. Ага, естественно. Пойдем другой дорогой, Гордон. Мы справимся, охотник. Гордон. Иди ты. Назад. Охотник. Я охотник, охотиться буду. Хищник вышел на охоту. Берегитесь, самки. Так. Ага. Ну да фаути, не зря мать орла растила. Сейчас я буду всех карать. Что ну происходит? Смотри, происходит. Все равно не пользуюсь. Это хоть какой-то роль сыграет. Кушетки, что, больница опять какая-то, что ли? Короче, я читал, что в больнице нужно идти по указателям. Мол, на стене есть какие-то указатели, чтобы не проходить все, не встречаться со всеми. Нам нужно хирургическое типа отделение. Если оно ничего не открывается. Ты поглянь. Угу. Чё взять-то не могу? О, взял. Нормус. А чё там летает?
Ага, понял. Колено. Ты что-то вообще распоясали? Забыли тут какой город. Спасибо. Ты, мать, ты меня не иди только. Не вздумай. Ты кочина. Зачем я тут? Вот та женщина на площади могла бы дать мне... Ага. Могла бы дать мне эту... гранатомет. Она зажипла, теперь Гордон Фриман не может... Вот это... Долбаная крыша. Есть то? Короче. Все просто. Есть ящик, значит будут трупы. Не так, некрасиво. Есть ящик, значит, будет победа. Где лестница? Где ты жужжишь? Если я встану. Вроде не ломается. А если прыгну? Тоже не ломается. Все, быстро не ломается. Смотри, это не ломается. То есть такой 50 на 50. Дом стрелять нужно. Еще три. Еще два. Давай один на то, чтобы промазать. Ну, естественно. Гордон, ты просто зверь. Да. Добытчик. Думаешь, ему конец? Врежь ему на всякий случай монтировку. Вот ты чем достал. На. Слушай, короче, в прошлой серии глаза, а не в прошлой серии, в Half-Life 2 в конце, там такие вот глаза валялись от жука какого-то. Я говорил, что это такое? Типа шасси его? Не, это глаза. Вот. Типа орган зрения у этого жука. Это вот его оторвало. Если кто-нибудь видел эпизод. А, мать, краску домой заберем. Потолки покрасим. Как я не могу пройти? Ага. Черт, только не это. Все, что? Весь салют. Это куда ты впервые батьки лезешь? Я еще поляну не пробил. Грохот. А, Гордон бежит, аптечка. Хорошо. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Thank you.
выстрел. Конечно. Какой-нибудь подвох, да, будет? Эти черные ванны. О, подождать, я не побоюсь. Нет, нет. Сидим спокойно. А, нет, подожди, нет. Так вот, нам нужна хирургия, это направо. Тут-то есть. А что они пытались? Они пытались воскресить этого контролера? Или как он там называется? Многокрабик, который ходит, опухший весь, которого крабы там сосут со всех сторон. Так. Красавчики сами себя да, полили. Мать, беги! Так, слушай, давай нам надо сохраниться, наверное, где-то. Где-то красивое, давай, это, красивое место. Здесь светло, уютно, давай возле этого крабика встанем. Ссылка будет находиться в описании под видео, точнее, ссылки. Их 4 там, по-моему. Паблик, моя страничка, Discord, заходите, там будет весело скоро. Мы его, наверное, даже бустанем в ближайшем времени. Дальше. Да и все. До встречи в следующем видео. Всем пока. Бум!